Контакты между Арменией и Евросоюзом еще никогда не были настолько интенсивными. Состоялась встреча Никола Пашиняна с Шарлем Мишелем. В контексте урегулирования карабахского конфликта Шарль Мишель подчеркнул важность статуса Арцаха. «Мы подтверждаем готовность предоставить Армении финансовую помощь в размере более 2 миллиардов евро», заявил Шарль Мишель во время совместного брифинга с Николом Пашиняном. Отмечена важность немедленного возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных без предварительных условий, сказал Никол Пашинян. Франция ужесточает ограничения на въезд в страну. И статистика коронавируса по Армении. Сегодня выявлено 187 случаев заболевания коронавирусом. 114 человек выздоровели, один скончался.